Так. Теперь приказываю я. Прошу, я думал, что мы просто замедлим их. Твою мать, почему все герои этой игры скачут, когда меня видят? Давай, вот я сейчас вам покажу. Он скакал. Я клянусь, он прыгал. Почему голая женщина хочет дать мне задание? Не стрёмно, господи, ладно. Привет, мои орлы, и мы продолжаем играть в Assassin's Creed. Тут, кстати, киска спит. Вот там спит мой сын. Там, я покажу. Там спит сын, я не знаю, видно вам или нет. Это его ковер, это его личный ковер. То есть он точно там когти спит, и вот он смотрит. Батя, он скалится и дергается. Ему не нравится, когда его снимают, ребята. Не любят папарацци. Ладно. Вот мы и на играх. Вдохни. Воздух дрожит от волнения. Пахнет фекалиями. Чувствуешь? Чувствую ты запах фекалий кота. Ты будешь так себя вести все время, пока мы здесь? О, боги, да. Скорее бы победить. Ну же, ты должен что-то чувствовать. Я просто подшучиваю. Здесь любой впечатлится. Это место вечной славы. Не сомневайся, Гера и Зевс будут наблюдать за твоим выступлением. О, тогда все в порядке. Не думай об этом. Давай насладимся тем, что может быть. Там наемник. Чувак, наемник. Там наемник, чувак! Я не виноват, не я начал эту войну, это наемница. Представьте, юмор, если она окажется культисткой, просто я знаю, что. Хотя нет, наемников, культистов, ну, там был только один, это был их главарь. Что было, в принципе, логично. Игра, как вы знаете, обязывает себя пройти путь наемника. Если подумать, если так проанализировать, то, по сути, игра обязывает себя пройти все, что в ней есть. И, собственно, минус наемник, я хочу сказать вам. Минус наемник, ребята. И это было нетрудно. Варнаум хороший мужик. Разве не прекрасно? Да уж, впечатляет. Да. Гонки на колесницах мы не увидим. Это было в Одиссее. Хотел бы я там побывать. Там есть на что взглянуть. Хвала богам, что привели нас сюда. И на что стоит взглянуть? С чего начать? Дай подумать. Храм Зевса, алтарь Зевса и, конечно же, Олимпийское древо. Так, у храма. Давай у древа. Хочу к Олимпийскому древу. Древо топ, хочу к древу. Наверняка это далеко. Или нет? Нет, это недалеко. Ну черт, возьми, Олимпийский городок вообще классный. То есть, в принципе, локация очень крутая. Пойдем к делу. Тут еще два задания, и после них мы отправимся с вами, собственно, на игры. Но эти задания крутые, они связаны с нашими друзьями. Мне это нравится, что... Понимаете, вот такой крутой город, и ты чувствуешь, что все-таки чуваки на твоем корабле не просто, ну, какие-то болванчики, которые твой корабль правят. А они полноценные, скажем так, игроки. Тут крепость, кстати, есть 300 метров недалеко, которая наполнена разбойниками. Что странно. Я должен смотреть на дерево? Не просто дерево. Священное древо, чьи ветви берут для венков победителей. Как по мне, драхмы лучше, чем венок. Но а это да. Необычные венки. Дети собирают оливковые ветви и относят их в храм Геры. Там элонодики или судьи плетут венки. Венки будет легче доставить в Спарту, чем золото. Пусть ты не видишь в нем чуда, но хотя бы признаешь пользу, и то дело. Мы же в Олимпии. Сам Бог велел посетить храм Зевса. Храм Зевса, ну он перед нами. Олимпийское дерево, ребят, давайте посмотрим. Черт, он... Вот то дерево с Гераклом было круче. С его... с броней, которая смотрит на, собственно, на все дерьмо. Давайте... Поднимемся, тут прям праздник. Круто, мне нравится эта атмосфера. Все-таки ребята хорошо из Ubisoft передали. Атмосфера праздник, атмосфера. Ну не борьбы, вот праздник и мира. И того, что все хорошо, ребята просто отдыхают. Им все нравится. Очень классная локация. Как я понимаю, встреча у нас внутри храма. Слышал, это одно из чудес света. И создал его твой друг Фидий. Серьезно? Он мне не друг. Его и знакомым-то не назовешь. Разве ты не чувствуешь здесь присутствие Зевса и Геры? Мне казалось, это ветер. Не оскорбляй богов! Прости. Мои чувства не должны омрачать тебе день. Давайте не будем пидорасами. Боги не мучают тебя, а перековывают ради будущего величия. Я сам себя перековываю. Боги только молча наблюдают. Алексус, у нас прям атеист. Ладно, давай уйдем.
счастью для тебя, моей веры хватит на нас обоих. Вообще это довольно необычно. Все-таки египтяне были намного более религиозны в том плане, что даже главный герой у нас был таким. Сделаем себе приношение Зевсу, чтобы игры прошли удачно. Давай. Собственно, это последняя работа. Гораздо лучше статуи на Кефалине. Ну, на Кефалине она попроще, но все равно прикольная. Ну и знаете, как у острова, у маленького относительно острова. Во-первых, нет волоска на языке, а во-вторых, есть своя собственная статуя на горе. Это, знаете ли, дорогого стоит. Бычары стоят. Не думал, что увижу жертвоприношение в самой Олимпии. Никогда такого не видел. И это еще не все. В последний день они принесут в жертву сотню быков, чтобы воздать почести Зевсу. Они хоть едят-то потом? О, с меня довольно вони потрохов и горелого мяса. Да, твою ну мать, же, там кишки лежали. Я думаю, нам пора. На одном из пьедесталов. Идем. Пиздец. То есть я понимаю, что все-таки язычники, языческая культура и все дела, но твою мать. Жертвоприношение. Нет, одно дело... Да? Да. Спасибо тебе. Надеюсь, я тебя не слишком отвлек. Не, я был рад провести время с тобой. Даже стая гарпий не омрачит этот день. Мы на играх! Я в тебя верю. Ты победишь? Я даже не тренируюсь для этого дерьма. Но я победю, да. Обязательно. Ну, блин, приносить жертвоприношение. Одно дело съедать-то мясо. Надеюсь, что они его съедают. Хотя высока вероятность, что нет. Если бы они его съедали, я был такой, типа, ну окей, ладно. А другое дело, если они просто его жгут и кишки выпускают. Ну, чисто ради фана. Твою мать, там наемник бежит. Не, мы спрячемся, чуваки, мы не дадим наемнику. Ух ты, я не понял, это женщина здоровая или кто это? Блин, походу женщины сиськи вроде есть. Хотя, понимаете, не все, у чего есть сиськи, то женщина. Что-то надеюсь, мне потом не влетит за то, что я драку устроил. Просто она первая начала. Понимаешь, что я убил там двух чуваков? Но это же по заданию было. Я же не просто людей тут грабил. Кстати, стражи здесь нет, что довольно забавно. То есть, по сути, тут у нас бои один на один в чистейшем виде. Ребята, это новая олимпийская дисциплина, называется отпизди наемника. Не обращайте внимания. Я не буду отменять наград за свою голову, меня вполне устраивает, что сюда наемники приезжают, я с них оружие имею. Понимаете, ребята, мне выгодно. Убийство этих засранцев. Твою мать! Ах ты чертяга! Астра-сирота, отвали. Кто-то новый, персидский широкий пояс. Да не, все старое, к сожалению. Эй, Мистий, хочешь узнать свое будущее? Спасибо. Я хочу знать, что уготовили мне Мойры. Конечно, а кто бы не хотел? Об этом тебе поведает великий Узо. Ну, великая Ритуза? Я все знаю. То есть? Ну, всякое. Например? Знаете, вот я вижу этого парня как продавца шаурмы. То есть вот настоящая арабская шаурма. Вот я подхожу к киоску, и там стоит он. Я бы купил шаурму у него. Завтра будет солнечно. Благодарю. Расскажи друзьям. Угу. Что здесь творится? Все ищут, как бы заработать. Мне кажется, меня грабанули. Малака. Деньги. Эй! Стой! Твою мать, они работали в паре! Похоже на Фебу. И быстрая. Нужно ее найти. Вот она. Уличные воры. Ее нельзя подстрелить? Ну, блин, это ребенок, конечно, нет. А что у меня только под... Я подумал, может, ей колено прострелить, это и знаете, как скорее. Олимпии. Здесь борются за славу лучшие атлеты. Лучшая киберкотлета. Эй, вернись! Воришка! Воришка, как Феба. Феба не была воришкой или была? Черт, ну это я ее учил воровать. Если так-то посмотри, давай, давай, Алексиус, ну давай. Хе-хе. Заставила ты меня побегать. Давай сюда. Что давать? Мой кошель. Верни его. Вот, только не бей. Меня заставили. Я не хотела, честно. А кто тебя заставил? Расскажи, я убью его. Тихо. Отрежу ему яйца. Я тебя не трону, обещаю.
а капитан побьет. Кто? Какой капитан? Капитан? Да, это он велит нам воровать. Покажи петуха. Нам? Бездомным детям. Я думал, в Олимпии такого нет. Зачем он вас заставляет? Из-за денег, глупый. Я не глупый. Со взрослыми надо быть вежливой. Да? Это за что это? Да, и правда. Придется поговорить с капитаном. Ле капитан. Лучше побей. Он и мамино ожерелье забрал. Сказал, вернет, если буду воровать для него. Она только его и оставила. Я тебе верну ожерелье. Да? Почему? Ты мне кое-кого напоминаешь. Мою подругу. Я выполню это задание, но только потому, что девочка похожа на Фебу, которую убили. Ха-ха-ха, Сашенька, расскажи, как Машку дернул ты за ляжку. Так, это уже не Олимпия, тут можно воевать, чтобы нормально было. Наверное, по сейчас узнаем. Ну вообще, идея с наемниками классная. То есть в Origins была идея с вот этими, как их звали, я забыл. Ну, петухами, которые за тобой ходили. Забыл, в общем, не помню, как их звать. Тоже наемники по своей сути. Ха-ха-ха. И сейчас еще раз. Добивание. Хопа. This is victory, my man. Ну, раз мы в лагере, давайте его дочистим. Ну, чисто так, раз мы здесь. Майя, он носит его. Нужно вернуться, значит, к Майе. Опа, лох, да? Чувак, ты лох, ты попущен. Сейчас я тебя попущу, подожди. Потому что ты меня сжёг, да? Это я сжёг тебя. Падай. Возьми, этот падай не хочет помирать, да? Сейчас он выйдет, и я его убью, смотри. Во-первых, я вылечусь от рака, во-вторых, вот так вот. Лох с топором. Он явно в этом замешан. Постой, этот? Видите, ожерелье. Или я убил всех, и теперь Байк это... Господи, Байк из Сивы. Я, кстати, хочу Origins поставить, чисто сравнить, твою мать, опять еще один наемник. Ну ладно, раз он пришел на тусу... Блин, массовый удар. Это нереально. Вы видели это? С трех ударов победил наемника. Ладно, я скажу это официально, ребят. Я имба. Понимаете, я имбалансный персонаж теперь. Потому что, черт ази, я одним ударом уничтожаю любого практически. Ну, практически, не всех, конечно. Самое печальное, что мне нет смысла, ну, как бы делать то, что я сейчас делаю. То есть абсолютно бессмысленно. Давайте освободим детей, ребят. Дети сидят в клетках, как животные. Господи, этот чувак настоящий пидор, блин, гомосек. Пидорас. Как их называют? Педофил, вот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я взбираюсь по ветвям. Ну, ребят, я не мог пропустить, понимаете? У меня мания, да, я всегда в Assassin's Creed. Лазю по всем точкам обзора и... Ну, поняли, да, что я с ними делаю? Как я измываюсь над ними. Кстати, мне даже захотелось Origins сейчас перепройти после этого Ассасина. Ненавидю, а так для себя. С другой стороны, это может быть немножко странно перепроходить Origins. Когда он уже как бы все. Вообще слышал, что у Ubisoft большие планы на Одиссею. Они хотели сделать из игры игру сервис и постоянно добавлять в нее контент. И учитывая, что тут нет сетевой игры, значит постоянные новые сюжетные квесты. И знаете, если бы они были классными, я абсолютно не против такой политики от Ubisoft. То есть если бы они сделали Ассасина и, собственно, пока не выйдет новый, кормили бы этот Ассасин контентом. То есть всякие DLC, шмелси и так далее. Если они это будут делать на регулярной основе, поднимая, собственно, левел кэп, чтобы тебе был смысл вообще играть в игру. Было бы очень хорошо. Было бы классно, просто потрясающе. Я бы все время хотел вернуться в Ассасин. Да, да, я понял. Олимпийское перемирие, не убей никого, хотя я всех убиваю. Очень странно, что вроде как перемирие, вроде как Олимпийская долина, но задание располагает к тому, чтобы ты убивал. Ну, вот то, например, там вообще без кровопролития нельзя. Я кое-что принес. Спасибо, спасибо, спасибо! А что случилось с Лисом? Но это он отвлекал тебя, когда я стащила кошель. Я его не убил. Он обещал помогать тебе и другим. Вообще мы с ним не разговаривали. Он хороший. Всегда делился едой и защищал нас, когда афинянин выходил из себя. Гребаная афинянин. Береги себя. Прощай. Спасибо, что спас. А теперь вся добыча достанется.
Ура! Ну, постой, добыча достанется. Я думал, вы больше воровать не будете, господи. Какие дети растут испорченные в наше время, а? Я лишь хотела увидеть своего сына. Вернее, ты хотела похотливо рассматривать дела атлетов. Нет, клянусь! Ты опозорила себя и игры. Прошу, дай объяснить. Никаких оправданий, ты знаешь цену проступку. В чем провинилась эта женщина? Именно в этом, в том, что она женщина. Твою мать, сексиста. Разве это преступление? Что ж ты не наказываешь саму себя? Вот именно. Я жрица Деметры, и я руковожу играми. А она замужняя женщина, и ей тут не место. К тому же в мужском наряде. Да я не понимаю, что такое. Она сына же пришла смотреть, а отец сказал. Она пришла смотреть, как играет ее сын. В чем проблема? Почему нельзя? Так почему это преступление? Для замужней здесь слишком много соблазнов. Ну и? Это ее дело. А кто эта женщина вообще? Кто ты? Калипотера. Я просто хотела увидеть сына. Вся моя родня — участники Олимпийских игр. Отец, братья, племянник, а теперь и сын. Неужели я не могу их увидеть? Довольно лгать. Несправедливо. Она такого не заслуживает. Вообще-то, наказание — смерть. Ее сбросят со скалы. Вы охренели? Помоги. Нет. Докажи, что я могу увидеть сына. Так, как доказать? Ничего ты не можешь. Ты нарушила священную традицию, и тебя ждет кара. Может быть, каппа? Так я этого не допущу. Закон ошибается, я докажу. Раз уж ты за нее вступился, я дам тебе шанс. Представь мне доказательства ее благородного рода, или она умрет, чтобы не гневать богов. Хорошо, а где его искать? Нужно найти сына Калипотеры. Он поможет доказать ее невиновность. Так, осмотрите место отдыха Котлет. Нифига себе, статуэтка, конечно. Не, она классная. Да, видела ее. Вечно ошивается у шатров атлетов. Никакого стыда, понимаешь? Это... Кажется, нет. Все эти юные дела, умащенные маслом. А эти мускулы... отвратительно, она ведь замужем. Бабка, блин, какая-то помешанная на сексе, смотрит на статую писюна, и мы так смотрим тоже на этот писюн. Но ведь нет вреда в том, чтобы любоваться стройными телами. Ну, в принципе, есть, да. Есть, еще какой! Вы, молодые, думаете тем местом, что между ног. И она такая же. А еще она часто встречается с мужчиной на той скамье. Серьезно? У меня просто что-то ухо скользит, но у меня вечно сделано. Ясно. Из левого уха вещь на ушек высказывает. То есть это может оказаться ее любовник. В итоге, что она встречается с неким атлетом-любовником. Как бы я понимаю, что это не очень хорошо. Скорее всего, вскроется именно эта идея. Но... Знаешь Калипотеру? Не слишком хорошо. Но она обожает своего сына и всегда делает приношения. Приношения? Что? Для мужа. Она тоскует. Хотя он давно уже пребывает в царстве Аида. Все мы там будем. А, и поэтому я ищу другого ты мужика. Ты очень помог. Берт тебя за ногу. Так, а здесь что? Что это? Не подписано любовное послание. Тебя. У Калипотеры есть поклонник. Интересно. Так, место отдыха. Ох ты, еще кто-то. Киберкотлет. Ну, типичный летсплейщик. Я еще сына Калипотеры. Знаешь его? Конечно. Это ведь я. Твоя мать сказала, ты участвуешь в играх. Так же, как и мой дед. Сам великий Диагор. Мне нужно узнать больше. Жрица Деметры обвиняет твою мать в святотатстве. Как она? Что случилось? Пока ничего. Она проникла на стадион, чтобы увидеть тебя. Но имела ли она право? Ну, конечно, имела. Ее братья чемпионы, а теперь и я. Никто так не почитает игры, как она. Спасибо. Ну вот. Подожди, я докажу, что твоя мать имеет право быть на играх. Ну вот, сын ее, правда, может быть, он врет, что я... Может быть, это ее любовник, а не сын. Что-то он старовато выглядит. Ода в честь Диагора Родосского. Составлена самим Пиндером. Ка, гордись, малыш. Твой отец величайший борец Панкратиона. Чёрт, ну нет, эта нет, все правильно. Решила исполнить приговор Калипотере. Нужно скорее найти их.
Да, так надеюсь, они не на... Твою мать, они уже на горе, ну черт, я занка. А можно побыстрее как-то на гору влезть? Где вообще гора нахуй? Твою мать. Я знаю, что я очень часто говорю, твою мать, а твою мать, они уже на чертовой горе. Ладно, пошли на гору. Да, я истерю, и что, там сейчас женщину убьют ни за что, хотя она просто хотела посмотреть, как ее сынуля, тот чертов герой древнегреческий, хочет стать олимпийским чемпионом. А ее выгнали со стадиона. Нет, у нее может и есть там какой-то любовник, все дела, может же у нее нет. Но, как бы, ну и что в этом такого? Ну и что, она все на сына пришла смотреть. Ну, может, на любовник еще смотрит, и на сына одновременно. Как бы, понимаете, один глаз здесь, другой уже там, и ничего ж плохого в этом нет. Здесь я жива, твою мать, я вовремя. Сегодня мы собрались здесь, чтобы исполнить волю богов. Вынести приговор. Прошу, поверьте мне. Стой! Ты сумел найти то, что искал? Да, Калипотера, дочь Диагора. Я нашел оду о Диагоре Родосском, которую Пиндер посвятил ее семье. И что это доказывает? Я поговорил с теми, кто ее знает. Она добрая женщина, любит игры и чтит богов. В ее семье несколько поколений чемпионов. Вот именно. Возможно, мы поспешили ее судить. Ее родня принесла много славы играм. Вот. И вот почему иметь паспорт — это хорошо. Знать такое гордое имя. Именно, вот. Голос разума восторжествовал. Боги прощают тебя. Иди. Спасибо вам. Спасибо. И тебе. Никто не заслуживает такого. Всего лишь олимпийский пояс дали. Ну ладно, знаете, удовлетворение от выполнения задания, это, конечно, тоже дорого стоит. Ребят, вы думаете, что эта собака спит? Нет, она умерла. Потому что я снял с нее шкуру. Я ее такой нашел. Но мастерская Фиди. Это новый... Постой, это тот самый Фиди, которого мы спасли. Он теперь высекает из мрамора статую с писюнами и яйцами. Класс. Прошу, рад тебя видеть. Твоя красота разгоняет тьму, накрывшую мою жизнь. Я рад тебя видеть, Фидий. Слушай, это важно. Никто не знает, что ты здесь. Нет, о чем ты? Значит, за тобой не следили. Так-так. Впрочем, они где-то здесь. Смотрят и ждут. Фидий, ты перегибаешь палку. Кто они? Культ космоса. Помнишь, Афины? Культ и сейчас преследует меня. Тут же Олимпийские игры. На, ну да, это же культ, плевать. Зачем им преследовать тебя? Чтобы убить. Оказавшись здесь, я лишь выиграл время. Но тем временем ты просто высекаешь статую. С чего ты взял, что ты в опасности? На днях я получил скиталу и записку. Тебе прислали кусочек дерева и письмо. Это объясняет твой страх. Да ладно, а вдруг реально опасно? Все не так просто. Ну, слушай, давай объясняй, что за скитала? Что такого в этой палочке? Это не палочка. С помощью скиталы в Спарте создают тайные послания. Ладно. Так что там с палочкой? Анальный. Скиталой! Точно, скиталой. Нужно достать послание. Тогда я все объясню. А в чем проблема? Оно типа не у тебя? Что сказано в письме? Твое призвание. У ног царя богов лежит послание. Чё-то я не знаю. Это не письмо. Неразрешимая загадка. Отнюдь. Царь богов — это... Зевс? Да. А я кто? Можно дать много ответов на этот вопрос. А, но все же ты скульптор. Именно. И что? Куда мне отправляться? В храм Зевса, конечно. Он здесь, в Олимпии. Послание для скиталы где-то возле статуи. Блин, а мы там были уже. Жалко, у меня не было этого задания. Ладно, успокойся. Я помогу. Спасибо. Скорее, ступай в храм Зевса и найди послание возле статуи. Я смогу прочитать его при помощи скиталы. Не бойся, вернусь, как только смогу. Я думаю, если бы культ космоса хотел тебя убить, дружок, он бы это сделал более, не знаю, простым способом, а то как-то сложно. Должно быть, об этом говорил Фиди. Прямо как прогрузка текстур в Assassin's Creed, настолько же сложно. Почему задание не отметилось? Фиди очень мнительный, но вдруг он не придумывает...
Ну, в прошлый раз он же не придумывал, и он тоже беспокоился. Ну, черт возьми, не, ну а почему нет? Почему за ним не может охотиться какой-то космос? Как бы основание на это есть. Зачем делать такие огромные ступеньки в храме? Показать задание рядом и отслеживать. Обнимашки! Я сохраню эту фотку, мне она нравится. Ставлю себе на аву канала. Так, в любом случае. Вернусь к видео, чтобы он расшифровал послание. Я вот не знаю, что я сейчас взял с его груди. Нет, меня вот эта штука на груди смущала еще с 1000 года до нашей эры, но неважно. Еще когда я первый раз ее увидел. Послание. Пиди, ты еще жив? Ну, слава богу. Это мало ли я пришел и умертвил. Удалось ли тебе узнать что-нибудь полезное? Между прочим, удалось. Я обернул пергамент с посланием вокруг стержня. Обернул вокруг стержня? Вокруг скиталы. Гениально. Все дело в этом стержне. Оберни его пергаментом, совмести буквы и прочтешь послание. Ага. Да, очень занятно. Что там написано? Ориентиры. Какие? Так, какие что ориентиры? Там написано? Не томи. Это список статуй и что-то еще, но текст не полный. Думаешь, мы дополним послание, осмотрев все указанные статуи? Полагаю, что да. Кто-то очень постарался, чтобы написанное осталось тайной. Может, из послания мы узнаем, кто хочет от меня избавиться. Поможешь? Наверное. Скажи, что нужно сделать. Здесь указаны три места. В каждом из них есть по статуе знаменитости. Выходит, что рядом с каждой статуей есть послание? Да, но путь будет не близкий. Они разбросаны по островам. Одна у Китеры, другая на Тассосе, третья на Самосе. Мать! Нет, я сейчас этим заниматься не буду, ну ладно. Какую статую нужно найти на Китере? О, дивный остров. Там родилась богиня любви. Жаль, я не могу пойти с тобой. И значит, слава богу, ты бы ныл всю дорогу. Верно. Остров лежит у юго-восточного края Пелопоннеса. Ты найдешь то, что мы ищем у ног Афродиты. Ладно. Правда, там не у ног Зевса была статуя, а у него вот эта штука, а у него на груди. Ну да ладно. Пора отправляться. Это займет время. Очень верно. Много времени. Но мне интересно, чем все закончится. Как и нет, мне. Это явно, ребят, не культ. И возвращайся к... Да, хорошо. Да, все. Сейчас мы этим заниматься не будем, ребят. Я думаю, вам это понятно. Послание скитал и скульптор. Послание, похоже, содержит важные сведения. Черт, ну надеюсь, что действительно важные сведения. Давайте посмотрим, хоть где примерно будет находиться то, что мы еще остров Китира. Ну, например, китирская статуя. Ну, в общем, нам нужно будет с вами попутешествовать, как вы понимаете. Самый интересный остров на данный момент это... Я бы сказал, Миссара. У нас тут просто все. Тут, по идее, несколько должно быть засранцев и... Вообще куча всего. У нас есть, кстати, в воде двое засранцев. Серебряные грифоны. Вот этот. А кто еще у нас тут есть? На Лемносе мы уже знаем. Мы кучу уже культистов знаем, но все никак не отправимся к ним. Ну ладно. Теперь мы идем на сюжетный квест. Здесь мы... Все закончили. Так, Энеро. Почему оно золотое? Типа, самое залайканное? Моя фотка лучше, Энеро. Не соревнуйся с царем. Ладно. Орлы, летим на сюжетное задание. Посмотрим, чем кончатся эти Олимпийские игры. В чем будет их смысл. И какое в них участие будет принимать Алкивиад. Я думал, он ведущий. Но кто-то же должен, ну, даже в те времена был вести игры и кричать интересные вещи, комментировать происходящее. Я готов, давай. Я состязаюсь в борьбе. Ты шутишь, похоже. Мы ждем лишь одного бойца. Ты Стикла. А, Машонка, так он умер. Я вместо него, это я. Я Ты Стикл. Ты Стикл? Тот самый Ты Стикл, с которым мы пили в том году? И который заигрывал с моей женой? И братом? Все дело в диете, упражнениях. Ну, конечно. Людям нужно зрелище. Я его устрою. Небывалый случай. Но если мы отменим бои, волнений не избежать.
Вот-вот. Что ж, ладно. Состязание скоро начнется. А, что ж, окей. Идем. Я готов. Или я не одет так, как подобает. Блин, у них позвоночники видны. Почему они такие, некоторые здесь тощие? Видели у него позвоночник? Видим, твою мать. Интересно, каково было бы, если бы я играл за Кассандру? Наверняка был бы дико ржачный момент. Ну. Просто я... Ну, ты стикл-то, конечно, всех бы победил. С радостью представляю вам Каллия! Каллия! Почтенного унитазий будет? Судью Олимпии, снискавшего звание чемпиона на этом ристалище. А вы видели, чуваки, там наш дружок слева стоит? Друзья, это для меня честь объявить о начале столь близких моему сердцу состязаний. Да. Панкратион! Главный болельщик, чуваки. Оставим пустые слова и приступим к делу. Именем Зевса начнем соревнование. Я завалю этого задохлика. Я раздавлю тебя, как муху. Топ говорил, муха. Орион. Чё-то не, никак... Мы же без копья, но при этом способности работают. Ну, скажи еще что-нибудь. Я хочу красиво. Нет, нет, о боги, хватит. Класс. Огонь. Это только начало. А-а-а. Наш участник готов к поединку. Посмотрим, справится ли он с Эрастом. Пидорастом? Я готов. Удачи. Он похож на моего одноклассника по имени Марка, которому я не нравился. Ну знаете, как это бывает. Он русских не любил просто. Но я же не в русской школе учился, и тот чувак не любил русских. Что же, Эраст, пидераст, не, буду звать тебя Марка. Марка, понял? А, отличник, я получал оценку лучше тебя по английской литературе. Сосать! Сосать! Ну, этот, кстати, владеет спартанской яростью. Этот был пожестче. Здоровье даже нам снес. Но это слишком легко. Толпа ликует, но это не все. А когда будет все? Чё тут мук столько? Боги будут довольны, не так ли? Да не по моему монитору бегут, нет. Скоро начнется последний бой! Могучий Алексиос против нашего чемпиона Дариэя! Чувствую, он культист. Ощущаю культиста. Мой культистометр начинает шкалить. Алкивиад, успокойся, сядь! Алкивиад танцует. Нет, я рад, что у меня есть такие верные болельщики. Ну, они нужны каждому. Подумать только, я стану другом олимпийского чемпиона. Ой, да ладно, олимпийского, так. Ты дерешься даже лучше меня. Янная рожа. Нажрался уже. Нажрался. Хотя, если бы Сократ согласился на это... Тихо-тихо. Алкивиад, ты в порядке? Я был с Демофаном и Калием. Они уважаемые олимпийские судьи. Перепил, что ли? Ты как из чаши Медеи испил? Медеи? Думаешь, отравили? Вы что, выпивали? Это же игры. Почему бы и нет? Мы были в Леонидайоне. В Леонидском районе. Если тебя отравили, нужно найти судей. Отравили? Думаешь, их тоже? Или... Нет, что ты. Трудно представить, что кто-то из них... Они всегда устраивают пиры в честь священного перемирия. Ну смысл-то их травить? Чтобы кого-то обвинить в том, что... это я выясню, что случилось. Ну, слава богу, Варнаву не пил. Дай мне палец, и я откушу тебя всю руку. Откуда мы знаем, что Калий — список олимпийских чемпионов? Этот документ признает следующих чемпионов верными слугами олимпийцев. Японет, мастер скачек, поклоняющийся Посейдону Калий. Великий вест, поклоняющийся Космосу. Гиппократий, мастер оружия, поклоняющийся Гермесу. Космосу, блин, поклоняется. Все понятно. Поножи. Ну ладно. Так, и где же он? Как я понимаю, он и есть наша цель. Но я претендент пока что на победу, но я еще не победитель.
Так что давайте пойдем и игра в долгую. Разберемся с этим засранцем. Вот не знаю, он ли связан с заданием. Откуда мы вообще узнали? Откуда этот список? Так, сейчас проберемся сзади и задушим его. Вот он вооружен. Значит, умирать так просто не хочешь. Черт, а я случайно дубину поджег и достал. Ребят, простите, понимаю, что на Олимпийских играх нельзя, но это форс-мажор. Он культист. Ребята, он культист, он поклоняется космосу. Да, засранец. Письмо мудреца Калию. Ну-ка, что там за мудрецо? Мудрецо, письмо. Один из культистов раскрыт. Что странно, вот этот. Мудрец опасает, что культ сочет его слабым. Мудрец царь Спарты. Спартанец. Царь отправил Брасида в Коринфию. Он был бельмом у нас на глазу слишком долго. Отправь его в Спарту на щите. Светостик. Так, окей. Спартанец. В эти суровые времена олимпийское перемирие висит на волоске. Нам нужно оборвать его. Пришло время показать силу. Даже в наших рядах. Лишь сила вызывает страх. И лишь страх вызывает уважение. Представляю эту возможность тебе. Не подводи меня. Я не хочу выглядеть слабым из-за того, что доверился тебе. Цвет истинной крови красный. Окей, то есть чувак боится, что его посчитают слабым. Просто он... Я вообще думаю, что это молодой царь. У меня есть подозрение на него, потому что старик, ну... Ну, я не знаю, но у меня есть подозрение. Но то, что Брасид не из этих засранцев, это уже доказано, это 100%. Кстати говоря, мы же теперь можем копье вкачать. Давайте отправимся на остров и... Ну, вы понимаете. Что же, пора вкачать копьишечко. Как же давно я тут не был. Давай прокачай мое копье. Наконец-то 7 очков не просру. Кузня активна. Хран синхронизирует трансляцию. Контакт установлен. Представьте, мы устанавливали новое приложение себе на мобилку, и оно бы делало такое, голосом комментировало бы то, что вы сделали. Новое приложение Pornhub установлено. Давайте посмотрим, что нового появилось у Евгения. Так, посмотрим. Улучшить копье. Ну, 22, то есть я как понимаю, следующий апгрейд у нас последний. Потому что 22 культиста, это в принципе, это уже как бы все, это все. Способности. Наконец-то мы можем вкачать самое ценное. Во-первых, я вкачаю пылающий удар до максимума. Время восстановления 0 секунд. То есть, получается, теперь я могу бесконечно ходить с подожженным оружием. Наконец-то. Метать копье можно повторить 3 раза. Постой, я и до этого 3 раза мог повторить бросок. Ну и урона больше. Так, теперь, наконец-то, мы можем сканировать 30 метров местности. Исчезновение не хочу. Чем мы еще пользуемся? Яростный удар. Я им тоже пользуюсь, да, я тоже вкачаю. У нас еще 3 очка, ребят. Чем? Пинок. Теперь 250 будет делать. Этим, хрен его знает, как часто я пользуюсь. Сокрушительный выстрел очень часто. 400 урон. Теперь вообще с одного выстрела будем мочить в сортире всех. Так, шестое чувство. Теперь у нас будет 8 секунд. И мы сможем убивать в голову с 200 урона. Вообще найс. Подавляющий выстрел. А это когда я успеваю делать? По-моему, я им ни разу так и не воспользовался. Как-то все, ну, знаете, не до этого. Посмотрим, что еще. Давайте ослепление вкачаем. Почему нельзя? Я все очки уже потратил. Вот незадача. Ну, ладно. Чем займемся теперь? А, у нас сюжет есть. Класс. Очков не хватает. Я зря вкачал какое-то дерьмо. Вот честно, я жалею немножко насчет определенных моментов с прокачкой. Жалко, отменить нельзя и как-то поменять. Или можно? Давайте проверим. А можно ли поменять прокачку? Например, я вот не пользуюсь ударом героя. Нет, отменить нельзя. Постой, можно сбросить способности вообще все. И, например, перекачаться. И удалить, например, исчезновение, вот это, то есть то, чем я не пользуюсь. С другой стороны, насколько это важно? Да не сильно. То есть вкачать все, получается, в игре нельзя. Ну, вернее, можно, если найти все стелы, кстати, вкачать все, скорее всего, ну, можно будет приблизительно, там почти все. Что же, давайте вернемся к Олимпийским играм. Нужно разобраться, кто там что отравил. Мы пока этого не знаем, но разбираться будем. Так как следственный комитет еще, к сожалению, в Греции отсутствует, будет работать ассасин, молодой вор. Ох, хрупкий. Твою мать, тут куча трупов. Да, попал. Надо понять, что случилось с Алкивиадом. Это действительно был яд, но Алкивиад не единственная жертва.
Надеюсь, он жив, черт возьми. Без друга гея, знаете, жизнь уже не та. Ну, на забавном, ребята, он же не был плохим. Так, давайте осмотримся, узнаете, что случилось. Ну, не, даже не столько с Алкивиадом, сколько со всем комитетом игр. Так и есть, яд. Его добавили в еду и вино. Но кто траванул-то всех? Это вопрос. Запах странный, но еда свежая. То есть это какой-то сильный яд, раз запах есть. Список продуктов для праздника. И имя торговца. Схожу Прям. К этому Приаму. Давай сходим. Он как раз тут рядом живет. Видите, соседний поселок. Соседний дом. Посмотрим, зачем же. Я не думаю, что Приам виноват. Наверняка кто-то другой подсыпал, но это хотя бы какая-то ниточка. Ладно, Приам, ты за стеной, что ли, находишься? Или в неких палатах? О, в неких палатах. Вообще у них классные такие двери, то есть в виде такой тряпочки. То есть из нее, за нее как бы можно посмотреть, но при этом поговорить. Дверь. Нет, прошу, я просто выполнял приказ. Ну как и всем, за это ты умрешь. Помоги мне, я пощажу тебя. Нет, давай вот так. Теперь приказываю я. Прошу, я думал, что мы просто замедлим их. Ради победы, ради денег. Мой друг Алкивиад, возможно, уже мертв. А ты говоришь о деньгах? Золотой мальчик? Я был там. Он выживет, если ты достанешь противоядие. Оно есть? Скажи, где оно? Оно должно быть в крепости Кореб. Там, где мне дали задание. Иди туда. Сначала ты ответишь. Не, убивать его не будем, он не виноват. Ну, то есть, не то чтобы я оправдываю слова «он выполнял приказ». Нет, тут дело в другом, в том, что... Да он жалкий торговец, чего убивать? Виновный поплатится. Просто жалок. Иди и не попадайся мне больше. Слишком наигранно. Как по мне, вот эти моменты дико наиграны. Это не гнев, это выглядит как театр такой, знаете, прям театральная наигранная. Твою мать! Там чувак из культа. Давай-давай, вылезай в окно ко мне. Твою мать, в итоге я лоханулся. А, не-не, получилось его избить. Давай, иди сюда. Все, ты мертв, парень. Так, туда мне идти теперь? Добудьте противоядие в крепости Кореб. Посмотрим, где она. Все-таки в итоге крепость будет задействована. А, не, подумал, вот эти крепости. Он тут скорее руины. Но я думал на эти руины. Ладно, поехали уже воевать в крепость. Тут прям целая крепость. Ну, ясное дело, замешаны люди из культа. Но мне интересно, как это все-таки будет выглядеть. Почему здесь олени такие пушистые? У них шуба на шее, как у моего кит. Ладно, ребят, опять будем крепость захватывать. Правда, смысла в этом немного. Раньше это хотя бы опыт приносил. Сейчас, ну, ради удовольствия разве что. Это противоядие. Ну, к тому же, я дик сильно вкачан. И, видимо, из-за этого я и не наношу такой дикий урон. Вообще есть смысл даже в самом начале игры просто наворотить, чтобы копье прокачать до 5 уровня. Наворотить народу. Хорошо, идем за противоядием. Ребят, давайте испытаем наши новые навыки. Посмотрим, насколько мы стали сильнее, быстрее и лучше. Давайте посмотрим. Хопа, в командира. Боги, нет, командир до сих пор, черт возьми. Что-то мало урона нанесли. Ну-ка, если вот я вот так сделаю. По идее, эти удары должны быть намного сильнее. Сложно сказать, я не скажу, что я слабее. Ну и сильно сильнее тоже не стал. О, не, ну в принципе, в целом урон выше. Что-то я хотел по тритону вмазать, но что-то пошло не так. Все-таки Евген научился уклоняться. Вот что я думаю. Не, все-таки скиллы надо перекачать. Надо будет сбросить все и вкачать их заново. Потому что они не совсем оптимально вкачаны, как можно было лучше. Мать, чуваки, вы задрали меня. Ребенок? Кто ты? Ты ребенок, да? Ты ебенок. Иди сюда. У Евгена всегда оружие в огне, потому что Евген огонь. Я пылаю ярким пламенем. Твою мать, да хватит не обить, я еще хочу щит выбить у парня из рук. Вставай, вставай, засранец. Мне редкий шанс разъебать тебя. Ребят, за мной куча наемников выехала, видимо, потому что, ну, как бы, наказание за убийство прям очень серьезное. И надо скорее идти, потому что Алкивиад может помереть.
Как я говорил, ребят, захватывать крепость вообще не обязательно, поэтому можно свалить. Ой, у меня тут стрела в животе застряла. Но я думаю, это не страшно, ребята. Многие получают и боль. О, это же мой кинок! Коник, ты меня ждал! Какой ты молодец, мальчик! Поехали отсюда, валим все. Быстрее, быстрее, за холм. Все, нас теперь не подстрелят и не догонят. Наемники идут сосать Бибу. Алкивиад, ты же в твою мать ошибся дверью, простите. А, тут никого нет, перед кем я вообще извинился. Может, здесь? Нет, блин, а где он? Это же все так сложно. Просто странно делать помещения такие несквозные. Мне очень нравились предыдущие ассасины этим. Синдикаты. Блин, египетский был хорош. Там помещения. Они были даже слишком сквозные, но с другой стороны, с точки зрения геймплея, это было очень удобно, что не нужно было искать, где же дырка. Особенно учитывая, откуда ты приходил. Что-то он жив или как? Я спешил как мог. Вот, противоядие. Пожалуйста, скажи, что он еще жив. Пожалуйста. Он еще дергается, ребят, все хорошо. Выпей это. Давай, давай. Давай, заглотни. Ой, видишь, все нормально. Все пройдет. О, дайте вина, чтобы перебить вкус. Средство, достойное Гиппократа. Да? Я чувствую, как ко мне возвращаются силы. Кажется, тебе осталась одна схватка. Идем. Черт возьми. А почему же он не умер сразу? Вопрос вот странный. Это даже нелогично. Почему те ребята все умерли сразу, а здесь нет? Панкратион. Ну, я чувствую, что они снова попытаются убить либо меня, либо всех, либо еще как-то нарушить мир. Ну, не оставят ребята, это все безнаказанно. Я не понимаю вообще, где лайки? Почему никто не лайкает? Фотка же крутая. Или я чего-то не понимаю в местных тенденциях моды. Ладно, ребята, мы с вами увидимся в следующей серии. Да, в следующей, да. Я не хочу, чтобы мои серии были слишком длинные, хотя по логике это можно было бы сделать подлиннее и прям добить Олимпиаду. Но я думаю, в следующей серии уже будет получше, потому что я не знаю, сколько там еще до конца Олимпиады. И знаете, я не хочу, чтобы она кончалась. Она началась слишком весело, правда, сейчас как-то омрачилась, все-таки людей убили. Ладно, до следующей серии. Всем пока, ребята. Я вас люблю. До следующей серии.